Кухни-шоу. И сегодня у нас арбуз-челлендж. И мы бросаем вызов каналу Красотуля. На канале Красотули вы увидите забавные челленджи, различные опыты и эксперименты. Алина удивит вас своими интересными роликами и подарит классное настроение. Подписывайтесь на канал, ссылочка будет в описании. У нас есть огромная куча резинок, которые мы сейчас будем надевать на наш арбуз до тех пор, пока он не взорвется. Мы этот челлендж увидели у мисс Кейти и решили повторить его. Давай, Вика, держи. Помогай мне вот с этой стороны, держись. Натягивай. Вот. Опля. В серединке? Нет. Так, давай. Надо долго-долго одевать. Ты держи с одной стороны, я с другой. Натягивай. Вот, здорово. Ай! Сидел. Держи еще раз. Прыгун. Давай. Они выпрыгивают. Ага. Ух ты! Кто к нам пришел? Иди сюда, пошустрей. Гостинка! Хочет арбуз попробовать! Иди сюда, ушастый, на! Нам пришел кролик, да? Не бойся, не бойся! Такой рай! Не бойся, да пришел к нам помочь! Пока Вика играется, я буду дальше! Вот эти чуть-чуть. Пришел папа Вы это видели? Наконец-то! Я видела, как он бах! Посмотрите, какой он спелый! Наш целый час стараний прошел не зря. Да, Вика? Объеденье. Ребята, вот вторая часть нашего арбуза. А, это, видимо, та самая часть, которая, да, треснула. Он у нас трещал-трещал и очень ровненько, прямо напополам. Да, Вика? А теперь его не вытащить, он распух. Вот сколько резинок мы туда положили, натянули. Целый шматок, это правда. Ребята, переходите на канал Красотуля, они тоже сняли арбуз челлендж. И пишите в комментариях, кто победил в этой битве челленджей. Всем пока! Пока-пока!